только что было солнышко. Сейчас выйдет солнышко, выходи. Там вон голубое небо. А я тоже такой вышла с работы с ночной. Иду домой. Классно, конечно, вообще капец спали. Потому что ночка сегодня была. Просто. Так что красота, погодка. Ну, прохладно немножко, потому что вчера весь день дождь шел, и ночью полночи шел дождь. Вот, и ветер такой прохладный. Но когда выходит солнышко, оно, конечно, меняет всю обстановку и очень радует. А я купила помидорчики и гречку, и там еще что-то еще забыла уже. Короче, почему-то у меня рюкзак тяжелый. Смотрите, как красиво. Березки такие красивущие. Что я еще купила такого тяжелого? Даже не знаю. А, еще у меня там блинчики с творогом и или с творогом. Все время путаю. Хотя, по-моему, и так можно. И запеканка творожная. Ну, короче, я творожоед. А, творогоед. О, какая собака! Хочу такую собаку. Да? Да, очень. Какой интерьер. Солнышко. 12 лет. Да? Да, так что. Вообще красавчик. Собака! Осторожно. Ходит на поводке. Вот куда ее на поводке? 12 лет. Тойтерьер. Вот такой красавчик. Я хочу такую собаку. Как красиво тут все. Вообще можно картину писать. Пристала к женщине. Тут какую-то коробку выкинут. Кому надо? Идите собирайте. А я как хущарей. Все мне надо. Вот и что это такое? Раньше не видела. Наверное, это вентиляция там у них. У них тут даже дверь есть. Очень много. Последнее время вижу часто бесхозных каких-то квартир, домов, подвалов, непонятно чего. Собаки тут какие смешнючие. Вообще. Мы идем на Петроградскую. Не знаю, может быть, на этом поеду. На автобусе. Вот. В общем, не знаю. Не захотела я идти на Чкаловскую. Розочка ушла на полчаса раньше. Вот только-только сказала вам про бесхозное помещение. И вот, пожалуйста, сразу же показываю вот такое вот бесхозное. Видите? Вот так. Сниму квартиру. Мне позвонила Мария и говорит, что сдает комнату в общежитии на парке Победы. Говорит, спроси у своих знакомых, может, кому-то надо. Так что, мои родные, если кому-то надо, пишите. О, снова Ауди. Ауди — это
Круто! Встала. Вот что я делала? Я не грузила, не мыла, не подметала. Ничего. А устала реально. Ну да, тоже так ночью. Высиди, глядя в монитор. Так я не только гляжу в монитор, я еще делала полочный учет, считала все товары, все, и кофе есть, и алкоголь. Как почечки пооткрывались, боже, какая красота. И там столько птичек на дереве. Так красиво. Дерево обалденное вообще. Солнышко, привет! Не заходи, давай уже. Уже весна в разгаре. Травочка зеленеет. Вот, и алкоголь, и кофе, и конфеты, и икру черную, паясную всякую. Все, скоро тепло будет. Видите, плавают. Ну, что вас? Покормить? Сейчас покормлю. Только у меня так все далеко в рюкзаке, но я не поленюсь. Покормлю. А, тяжелый рюкзак, что мне аж тяжело нести. Реально. Что у меня там есть? Так, у меня там столько дохрена. Дохренища. Сейчас я найду. Так. Так. Сейчас достану этот самый. Вот что я сказала, блинчики с запеканкой. А я достаю этот батон. Батон. Птички, птички, клюйте. Нам денежки, клюйте. Птички, клюйте. Нам денежки. О, воробушек прилетел. Ты моя солнышко, кушай, кушай. Никого не слушай. А там собачки знакомятся. Черная и коричневая. Сейчас еще им дам. Птички, клюйте. Нам денежки, клюйте. Неудобно как доставать. Собачка! Удобно вам тут есть на песке? Если бы где-нибудь на этом, на мраморе лучше было бы или на асфальте. Ну ничего, кушайте. О, беленькая прискакала. Еще там, потому что там еще и воробьишки. Прискакивают. Тащил, вон еще полетели. Птички, клюйте. Птички, клюйте. Красавчики. Мне сегодня подружка из контакта написала, говорит, гуляла с мамочкой так, на выходных и кормила голубей. Я горжу. Они типа от меня заразились. Я говорю, ну, умница. Это же классно. Паровская карта, на нее каждый месяц присылают бонусы. Вот мне прислали 1000 бонусов, и я могу на них покупать. Вот, пока, ребятки, кушайте. О, Тарас Григорович, днем какой красавчик. Как он ручки сложил, видите? Вот, и мне прислали, там дядька сидит, смешно. Прислали на карту 1000 бонусов, вот я на них кушаю, ну вернее кушала. Вот.
Так что, слава Богу. Хамдулилля. Так все красиво вообще. Хочу потрогать. Какие они нежненькие. Все, уже скоро откроются. Сейчас немножечко солнышко. При это самое. Все, они уже откроются. А тут какие, смотрите. Какие уже листочки вылазят. Видите? Класс. Вообще красота. Все кустики зелененькие. Очень красиво. Очень красиво. Я что-то икаю. Кто меня вспоминает? Не знаю. Хотя не мудрено. Заглотила. Блин. Тут вот что-то посадили. Или так спушили и обрезали, наверное, розочки или что там. Там такая мандала. Шила. Похоже на мою сукрушу на вторую. На первую нет. Первая совсем другая. Первая свекруша. Вторая свекруша. Надо третью еще. Ох, любит троицу. Что-то у меня две свекруши. Разговаривала тоже с подругой ВКонтакте. О том, что многие женщины живут с мужиками, чтобы давать им энергию. Я говорю, а мужики что взамен? Она говорит, ну многие ничего. Многие вообще просто чисто бухают. И как клещи присосались к женщинам и пользуют их всю жизнь. Или некоторым женщинам, например, по жилплощади негде жить. Или еще что-то. Ну да. Или этот самый привычка, или как там называется, или комплексы, желание быть хорошими, или просто программы их научили, что вот так положено выйти замуж. Ну как я дурная была в 18 лет, думала, вот как. Надо же замуж, потому что я деток хотела. А нафиг замуж, ну родила себе деток. И радуйся. Там вон уехал, наверное, 46-й. Я что, буду 10 лет тут стоять его ждать? Может тогда на метро? Но мне так хочется на автобусе, когда солнышко. Не видно, есть там что-нибудь? Ничего не вижу. Не вижу. Ну ладно. Ни одного человека на остановке. А нет, он подходит уже. И в тенечек не хочется. Хочется на солнышке стоять. Вот, мне бы сейчас те мозги. Мне правда. Нафиг это надо. Радуйся, наслаждайся. Они там говорят, как же ты одна детей-то потянешь? Ну, а так будешь детей тянуть и еще какого-нибудь алкаша. Ну ладно, надо о чем-нибудь другом говорить. Потому что это как-то, ну, не моя тема, что ли. Я больше в позитиве, чем в негативе. Не знаю, сколько ждать. Смотрите, листочки. Не знаю, откуда они, с какими-нибудь цветов. Или откуда. Вон едет какой-то. Он заворачивает туда. Следующий, наверное, наш.
будем верить, потому что надежда обманчива. Будем верить, что это наши деревья, правда, очень красивые, да? По-моему, нас нет. Я же сказала, что будем верить. А это единица, нет, не наш. Так что мы верили в себя. Куда идет Новосибирская? Не знаю, в общем, куда идет. Ждем дальше. О, вот это похоже на мою. Нет, не похоже. Показалось боковым зрением. Та-та. Хотела сказать, что она похожа на мою вторую свекруху. Свекруху. Свекровь. Вот. Как правильно, что я привыкла говорить свекруху, наверное, так говорят на Украине, потому что в Ливане говорят жена дяди, то есть свекор дядя, типа мой, а свекровь жена дяди, то есть дядя, значит, амми, а жена дяди, март, амми, март, значит, жена Марта, Марта жена. Вот. А Мара, значит, женщина. Мара. Как там чаечка летает? Красиво. Ну где? Наш 46-й. Мы же сказали, будем верить. Я читаю письмо, что давно пожелтело с годами. Треугольный конверт, номер почты стоит полевой. Это все и второй. Мой отец написал моей маме. Перед тем, как идти в свой последний решающий бой. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй крепче Иришку. А я пела крепче Иришку. Знаю, что вас отбегает. Я всегда сберегу. Я читаю письмо, и мне кажется, ближе и ближе. Запах войны и горячее биение сердец. Я читаю письмо, и мне кажется, если придется, все, что сделал отец, я сумею всегда повторить. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Как окопок бойцы, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй крепче сынишку. Знай, что вас отведу, я всегда берегу. Я читаю письмо, а за окнами солнце смеется. Новостройки растут, и сердца продолжают любить. Я читаю письмо, и мне кажется, если придется. Все, что сделал отец, я сумею всегда повторить. Дорогая моя, смотрите на нас передышка. Старый папа, бойцы, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй. Чешу, знаю, что вас отбегу, я всегда сберегу. Немножко напутала там что-то, там правильно. Я читаю письмо, и мне кажется, ближе и ближе.
слышу запах войны. Да. А вот это, я читаю письмо, а за окнами солнце смеется. Новостройки растут, и сердца продолжают любить. Я читаю письмо. И мне кажется, если придется, все, что делал отец, я сумею всегда повторить. А это... За окнами солнце смеется. А нет, подожди. Что-то я туплю. По-моему, это подходит на Чернышевскую, нет? Чкаловская, спортивная. Нет. Не подходит. Блин. Что ж такое? Я читаю письмо, и мне кажется... А за окнами солнце смеется. Новостройки растут, и сердца продолжают любить. Я читаю письмо, и мне кажется... Нет, не кажется. Я читаю письмо. Блин, забыла. Вообще, это точно из-за моих ночных смен. Потому что я вчера поспала часа 4, наверное. У меня уже все. Мое тело отключается, хочет в душ и спать. Блин, руку испачкал. Хочет в душ спать. 10-й наш десантный батальон. 191-й снова. Почему два 191-х, а 46-го ни одного? Вот обидно, правда. Куда пойду сяду? Пойду сяду. Что? Сяду сюда. Не подкормим. Вон 46-й поехал. Наверное, мы с вами когда пришли, уехал 46-й. Мы пропустили. Ну ладно. 46-й, 76-й. Вот. Где-то 76-й. А вы тут сидите? Да я сяду. Ой. Сейчас сниму секундочку, извините. Просто веселуха.